Летом 1944 года войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского в результате Люблинско-Брестской операции освободили город Брест. Этот день не просто вошел в историю, он открыл новую мирную страницу жизни белорусского народа. Это хорошо понимают ветераны, потому что знают, какой ценой досталась свобода людям Беларуси. За многолетнюю историю существования Брест видел огромное количество войн и сражений, неоднократно подвергался нападкам свирепствующего врага, серьезным разрушениям, но каждый раз, непоколебимый перед сложностями, город возрождался, начиная новый путь развития, становясь краше и уютнее. Но представить это без того подвига, который совершил советский солдат на этой земле, просто невозможно. В честь каждого героя у подножия памятника на площади Свободы каждый год возлагаются цветы. Как всегда, встречаешься с большим настроением. Так и сейчас. Все же освобождение города, это большое дело было. Так что с удовольствием я встречаю, каждый праздник хорошо, и этот сегодня тоже. Памятные мероприятия продолжились на площади церемониалов мемориала Брестской крепость-герой. Возлагая цветы к вечному огню, минуты молчания участники действия почтили память защитников цитадели. Легендарный подвиг советских солдат – значимая глава в исторической летописи Великой войны. Она стала основой того успеха, который есть у нашего города сегодня. Я сам россиянин, я в Москве окончал институт, так самый, вот, железнодорожник. Я объехал полностью Советский Союз. Вот. Но вот сейчас остановился. 60 лет уже в Бресте. Ну, дети у меня под Москвой, зовут меня в Москву. Я Москву знаю, как говорят, 5 пальцев то самое. Вот. Ну и куда-то. Я прирос к Бресту. Отдавая честь павшим и живым, по площади церемониалов торжественным маршем прошли и нынешние защитники Отечества. Сегодня Брест держит уверенный курс вперед, активно развивается каждый из отраслей, стремительными темпами строятся новые дома и сооружения, появляются тематические арт-объекты. Из года в год областной центр благоустраивается и преображается. Брест – город, устремленный в будущее. С удовольствием поздравляю брестчан с днем освобождения нашего города. Это пока не день города в том понимании, как мы хотели, но в следующем году будет у нас шикарный день города, и мы в этой ситуации уверены, что будет еще лучше, и наш город будет развиваться еще более большими темпами. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.